Спасибо. 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 Пусть пройдут дожди наших с тобой чувств. Много хочу тебе сказать, но кроме как люблю, мне нечего сказать. Не хочу тебя терять, побудь со мной рядом. Проводи меня своим влюбленным взглядом. Мы же с тобой вместе, да что еще нам надо? Что еще важнее есть, кроме любви? Родная. Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым. Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым. Слезы больше не трогали твою тушь. Капли оставляли отпечатки в виде луж. Ты меняла глаза, что напротив тебя. Но все было не то, не загоралась искра. Как в тот пьяный летний день. Тогда, когда вы оба будто бы сошли с ума. Но об этом мог напомнить только долгий сон. Все проходило с утра, ты смотрела лицом то зеркало, что все хранило. А ведь любила не иначе милого. Все убивает время, оставляя отпечатки, разрушая веру. А ведь давно уже не больно, так же ты хотела, так же ты хотела. Пустые взгляды и потраченные нервы. Характеры, движения, манеры. Окна квартиры, эти странные пробелы. Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту, сука, драму, эту тему. Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым. Короче, фотка пьяная. Условия такие же, как и были. 2 часа, да? Нормально? Алмазы. Это не Mammoth Games, это игра на интерес. Чего, блять? Это такое сейчас новое название? Ну, все по-честному вроде. Ну да, тут те же параметры, что и были. Все по-честному, ребят. Вот, условия какие? Если я нахожу алмазы, то я не показываю новую фотку пены. А если я их не нахожу, то показываю. Все. 1.5 часа. Сейчас 1:37. Ну, ровно в 3. Ровно в 3. Да. Работает, Сёрмен. Больше Путина активирует группа рейдеров за 450 рублей. Работает. А что такое рейдеры? В смысле? Минус 450, родные. Не, подожди. Так ладно, время-то тикает. Деньги отдай, долбоёб. Какие? Которые украл. Я? Да. Иди отсюда, я ничего не крал. Мне отдай. Чего? Иди нахуй. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя, по специальной ссылочке снизу, она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. К табличке, кстати, есть 300 за 300. Если есть спрос, обсуждаем. Мне угля надо, я пошел в Нижневартовск уже. Хочу какую-то пещеру найти. А вон уголь, я вижу, там криперы. Чуть-чутка. Угля дохуяно, тут клиперы. Пидор, блядь. Взорвись. Да. Ой. Пидорас, сука! Не считается. И чё, не считается, обновляем счетчик. Время начала только сейчас пошло. Все пошло, бам-бам, все пошло. Значит, задача — найти алмаз один. Любым способом найти один алмаз. Все. Пока что нет. Блять.
сука, блядь. Да ёбаный пидор! О, так я прям здесь и буду делать Нижневартовск. Реально. В натуре, чё я, блин, сиси мой. Всё, работаем. А, хотя я ещё могу даже поспать. А, тут кровати нет у меня, блин. В другом доме есть, ебанько. Ну понятно, но я чё, в другом сейчас? Понятно всё. Твою мать. Рейдовар активирует ловушка из паутины за 150 рублей. Да? Молодец. А теперь нюхай огурец, лох. Марс Лохи активирует обычный крипер за 100 рублей. Ты дурак, что ли, блин? Ты зачем убил меня? Ты дурак, что ли? Ты убил меня в Майнкрафте, блин! Я маме все расскажу! Не, какую я музыку слушаю? Я слушаю рэп. Мне нравятся такие рэперы, как Макан. Значит, люблю Моргенштерна, Макана. И все. Это мои самые любимые. Да. А самое больше ненавижу, это... Есть такой долбоёб Кёрнес. Я его ненавижу. Лейдлан активирует ловушка из паутины за 150 рублей. Да? Гомно, хочешь понюхать за такие действия? Я ненавижу Кёрнеса. Он лох. Конченый. Да, знаю Кёрнеса, рассказывали про него. Гомно. Вообще лох полный. Мне он не нравится. Вера активирует дебаф зрения за 300 рублей. Вот видишь, что вот с ним... Блядь! Мобов к игроку за 750 рублей. Да ты шо, сука? Какой смысл от высшего образования, когда твоя зарплата меньше, чем зарплата того, кто продал пидоров за 450 рублей. Опа! Дружок, ну ты сейчас по-моему пососал. Обидно, да? Знатненько ты пососал. До свидания, дружище. Мне очень печально осознавать, что ты проиграл в эту игру. Ты лох. Понял, мазелёте? Ты думал мне сделать плохо, а я тебя выиграл, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, ты что было? А я тебя переиграл, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лохи активирует создать яму ловушку за 500 рублей. Мама! Лохина активирует создать яму ловушку за 500 рублей. Мама, помоги мне! Мама! Ой, дурак. Яша, не трожь, блядь. Яша! Ты мамочка! Яша из кровати вытекает. Можно, ну как? Сука. Блядь. Да как мне теперь выйти отсюда? Там Яша. Боже, тут Яша повсюду. Кровать поломать нужно мне. Действительно. Па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Богдан умирает в войне. Хорошо, тогда я ломаю кровать и умираю тут.
Ля-ля-лям, ля-ля-лям, ля-ля-лям. Богдан обманул систему игры, сосочки мои. Мартроки активирует обычный крипер за 100 рублей. Ну чё, болезлёте, писюн понюхал лох? Как тебе крипер твой? Нормально, лох? Лошали ми кантали, айда лошали нали, айда вона фиту нали. Игроку за 750 рублей. Все, пошел в жопу отсюда. Богдан тебе не рад. Абсолютно. Да. Ой, вода. Мартроки активируется. Блять, я ему ловушку за 50 рублей. Твоя мама знает то, что ты делаешь? Ну, она как бы не против, я так понимаю, да? Твоя мама в курсе, что ты делаешь? Ну, мама твоя знает вот это, что ты сейчас ну, натворил? Может, поумнеешь. Козел. Ты знаешь, что вот это, вот твоя мама, она то, что ты сейчас сделала, она в курсе, чем ты занимаешься в компьютерных играх? Что ты мешаешь нормальным порядочным игрокам наслаждаться игрой? Подногтевые каки, высохшие, мое любимое блюдо. Как же так красиво получается у нас. Каждый день я нюхаю какашки. Какашулечки в жопе моей. Как нравитесь вы мне день за дня все сильней. Просыпаться в жопе из попы пальчик под носик. И так начинается новый день. Меня зовут Богдан. Пам-пам-пам-пам-пам. Вадимка активирует создать яму ловушку 750 сука. Рублей. Сын, мама, как дела? Ты что, девочка, ты убиваешь меня чем-то? У тебя, сука, вода потекла вниз. Ты что, карниз? А, ну тогда давай с тобой поиграем в любовь на бис. Пам-пам. За унилов. Сергей Дмитриев активирует пиндель за 250 рублей. Ну это не страшно. Пенделям мне не привыкать. У меня папка каждый день, как я просыпаюсь, пиндос как даст под сракаш, блин, пока я нюхаю пальчик. Мартроки активирует обычный крипер за 150 рублей. Вот и приехали. Я не хочу общаться с твоим другом, который пишет рэп. Как его зовут? Напомни, пожалуйста, как зовут твоего друга, который пишет рэп? Коля зовут его. Вил Вилзер. Вот, вот это тот самый, да. Мне кажется, он долбоёб. Ну, потому что я как посмотрел его клип, ну, так называемый. Ну, это просто ужас там. Сколько ты говорил лет твоему другу этому? Сколько? Напомни, пожалуйста, ему. 36 лет человеку. Иван активирует пиндель за 300 рублей. Чё, блядь, произошло? Да, сегодня просто пробная версия игры, никаких не будет вам, ну, типа, там, фотографий, там, всего этого. Я считаю, это пробная версия. Да. Я сейчас прям на алмаз попадаю и выиграю. Батушка, пожалуйста, можешь закинуть эту? Мартроки активирует Эндер Крипер за 300 рублей. Ой. Блять, как это было интересно, видели? Просто парадоксальные действия. Сын, хуй ты опять крипера призвал? Но тем не менее, я бы упал в нужное хорошее место, если бы не та хуйта, которая призвала Эндера. Я бы был у алмазов, действительно. Вот так вот как-то. Что? Иван активирует уронить наковальню за 150 рублей. Ну прекрасно, молодец, Ваня. Я повысил, да, специально, потому что я знаю твою эту тут. Димадий активирует уронить наковальню за 150 рублей.
жрать ничего нету, Богдану. Я вижу алмаз. Опс. Блять, я алмаз видел только что. Ребята, я видел алмаз. Я клянусь. Но я упал и умер. Просто все. Ни один козел не помогает мне никак по игре. Не дает мне никаких ингредиентов, блин. Бессмертие. О! Если бы мне кто-то помогал бы, блин, но не делал только плохо, я бы прошел. Да я алмаз видел, я уже нашел алмаз. Я просто, если бы сейчас бы не упал, я бы его достал бы. Практически я прошел, поэтому... Блядь, да что ж творится, а? Какая одна минута? Я сказал, мы 20 минут продляем. Из-за того, что вначале хуйня какая-то была, не работала ничего. Минута твоя мама мне будет делать минчика. Все. Лох. Вон вода, сука. Ай, блядь. Давай, воду. Блядь, сука, ебаный в рот. Говно нюхать будешь, эй, девчонка? Девчонка, девчоночка, ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. Я дам за ночь с тобой все на свете. Эй, девчоночка, белые ночи. А я люблю тебя, девочка, очень. Где мои ингредиенты? Ты прости разговоры мне эти. Я за ночь отдам с тобой все на свете. Эй, девчоночка, белые ночи. Ой, алмаз. Блядь, братья, пожалуйста. Дайте мне кирку, блин, ребята, выручайте. Братья, помогите, пожалуйста. Дайте кирку, блин. Вон он, алмаз. Вон алмаз, вон он. Да дайте кирку, сука, а? Жлобы. Сука, ни одна тварь не хочет взять и сделать Богдану. Приятно. Эрнанунас активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Братишка. Ты что, блин? Спасибо большое. Видите алмазиков нету тут? Сука, мне бы факел еще... Зима гель активирует скидель за 250 рублей. У меня есть факелы, вот они. Маршрутки за 250 рублей. Хуя, сейчас скрипера еще позовет. Да что ж творится? Ты что и дебафнул, уебок, сука? Криперная шахта. Еды нету, и все, и умирать придется, наверное. У меня нет еды, Богдана. А сталактиты вот эти вот дурацкие. Ой, привет. Все. Меня сын ты встретил с луком, блин. Осталось 17 минут, походу я проиграл. О, привет, ты упал. Сука, вот интересно, конечно. Ужас какой, блядь. Марселот активирует магма крипер за 1800 рублей. Кальма крипер. Ну, хорошая попытка, но это... Конечно, блядь, вот это... Ой. Уёбок тупой, сука. Всё сгорело. И всё сгорело у меня. У меня всё сгорело. Хочешь, я сейчас пердану тебе на ухо? Эй, Марселоти, на! Сейчас я пердану тебе, как наваляю, суки! На, подноси свое тупое ухо и вонючий нос! На! Хапани, долб! Блин, чуть-чуть только. Чуть-чуть! Плохо получилось. Ну ничего, я потом напомню тебе, пердану еще. Так, сколько у меня осталось? У меня осталось 8 минут. 8 минут у меня осталось. Марселоти активирует индивидуальный задний. Блядь, сука! Спи***сина, сука, заебал
вот этими крипами. Так, я нашел. Марс Локер активирует взрывное самоуничтожение за 2000 рублей. Твою мать. Ты че, мудак? Ты убил меня? Говно. Фотки не будет, к сожалению, блин. Вот этот алмазик, братишки. Это он. Друзья мои, дайте мне кирку. Вот он. Здесь занято. Димагей активирует случайные мобы за 100 рублей. Да? Говно, понюхай. Ребята, я вас прошу, крик помощи. Передо мной алмаз, у меня осталась 1 минута. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте кирку. Я должен вылить. Ребята. Пожалуйста. Отдайте мне кирку. Марс Локер активирует шахтерский дебаф за 250 рублей. Пи***ц. Скотина, ты не человек. Ты не человек. Ты, блядь, что делаешь? Димагей активирует уронить наковальню за 150 рублей. Ты что делаешь против меня? Ты что, игру мне мешаешь? Ты мне даже ни разу не помог. И специально меня просто убивал. Ни разу не, никак не помогал. Почему? Почему, скажи? Бака больше, чем доллар, собака 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 больше, чем доллар, всё, собака братья. Больше, чем доллар, собака 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 больше, чем доллар. Считается. Я выиграл алмаз. Я же убил алмаз, да, я его не добыл, но я победил. Бадана одержала победу. Бадан, богом дарованный мальчик, одержал победу. Вот, пена, смотря. Это новинка. Вот, смотря, это новинка, да. Какая старая? Не было. Вот, смотря, вот этой не было. Вот такой не было. Вот такой пены вы не видели точно. Не было. Какая старая? Не было. Ладно, самая новая тогда, вчерашняя. Вчерашняя пена будет тогда. Так, ладно, ебанки закрываем. Кому я их шлю, зачем фоткаю? Не скажу, понятно. Девочкам. Ты охуел? Я же просил мальчика.